На Баляева-35 произошла авария с участием рейсового автобуса. Одна из причин ДТП – гололед. Рейсовый автобус 54-го маршрута движется по Баляево в сторону Жигура. На спуске недалеко от торгового центра Бачурин подскальзывается и на гололеде въезжает в припаркованную обочину дороги внедорожник. Общественный транспорт останавливает огромный снежный сугроб. Авария попадает в объектив камер наружного видеонаблюдения. За рулем 54-го маршрута мужчина-иностранец. В салоне около 5 пассажиров. В ДТП не пострадали. Спешно покидают общественный транспорт, не заплатив ни рубля за проезд. Пересаживаются на другой автобус. Можно было избежать как-то вот проехать? Да, с такой льду не. Честно говоря, 13-тонный автобус. Пассажирами около получается 14-тонный автобус. Ну, как бы справляться нелегко. Рулевой 54-го маршрута говорит, что хозяин внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появился через час после ДТП. Оценил повреждения авто и вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД. Наряд ДПС уже тут как тут опрашивает водителей, составляет схему неучетного дорожно-транспортного происшествия, оба транспортных средства на ходу. После письменной работы, которую по требованию полицейских выполнили участники ДТП, они убирают машины с проезжей части. Первым к этому делу приступает рулевой 54-го маршрута. Задача не справляется, дорога слишком скользкая. Тогда рулевой Део бежит в ближайший магазин, возвращается с двумя пачками соли. Высыпает их под колеса автобуса. Затем садится за баранку своего 13-тонника и откатывает его в сторону. По словам местных жителей, этот участок оживленной проезжей части стал скользким из-за недавнего прорыва трубы. Течь устранена, последствия заледеневшая река. Дорожные службы не удосужились посыпать ее песком. Авария с участием общественного транспорта не единственная. За день на этом участке трассы разбилось более 4 автомобилей.